Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Вузи, и мы находимся в игре «Падение Лордов». Ссылки на плейлист, мой Steam Profit и другие, как всегда, в описании под видео, а мы продолжаем прохождение игры. Значит, прошлую серию, я именно остановился в прошлой серии вот здесь, у этого, так сказать, камня сохранения, потому как у меня уже началось... попросту начало гореть, не то что началось, сказывалась усталость, поэтому стал совершать ошибки, падать. Здесь я несколько раз упал, где-то еще там меня победили. В общем, враги риснулись вновь. Попытаемся сегодня дойти до босса, до какого-нибудь. И я тут, мне комментарии оставили, опять кот пришел, у тебя вечно как это... Значит, что я там... А, и я научился магией пользоваться. Ярость, таран, молитва. На двоечку. Это все мне там подсказали в комментариях, как пользоваться. Да вот. Вечно у тебя все. Не слава яйца. Сейчас попробуем забить этого. А, это я ярость заюзал или что? Да нет, вроде бы не ярость, но я не горю. Не надо... Чуть-чуть... Блин! Ну он сейчас хилиться будет. Блин, ёлки-палки. Да кот! У меня кот своим когтищами. Да почему я загорелся? Ух ты, мне надо бутылку выпить срочно. Вот это вообще очень жесткий какой-то противник, и я понять не могу. Эй, как мне его убивать? Чё-то я, короче, вошел в игру. Кот, иди отсюда, ты сегодня когтями мне все пальцы уже. Так, что у меня тут стоит? Ярость, таран, молитва. Что дает молитва, я не знаю. В общем, давайте молитву заюзаем. Попытаюсь его двуручником забить. О, мне молитва ХП дает. Это что было сейчас? Надо уходить. Я опять обжегся об него. Как ты меня ешь? А как ты меня ешь? Подожди, дядька. Ты как меня ешь вообще? Я не знаю, я не могу с ним справиться, он меня попросту сбивает как хочет. А, нет, все, я справился. Ну, две хилки я съел. В общем, как-то странно это все. Мне, видимо, не сюда надо. Либо сюда. Выберу лучше ярость. Куда мне вообще идти-то? Тихо, опять ты, что ли? Что-то мне... Как-то не хочется его бить. А что там наверху? Давайте-ка я наверх схожу. Там вот этот гоблин. Давайте я ярость выберу. Попросту его под яростью сейчас. Да, под яростью у меня не кончается выносливость. Ух ты, а меня тут еще и бьют. Ой, а как вас тут много. Тихо. Я выпью хилку, а мне не дают выпить хилку. Не, ну так нормально у меня, в принципе-то. Оп. На тебе, получайте, злодей. Этого сейчас в таргет возьму, и все. Ну, кое-как я, конечно, справился, но мне ничего не упало. Ярость, в принципе, штука хорошая, но так махать бессмысленно. О, что-то вижу, скрижаль какая-то. Я потратил столетие, чтобы его создать. Рога рыжи отняли его у меня за несколько минут. Кристалл путешествия. Мое утраченное сокровище. Он стал настолько силен. Куда же хотят попасть рогары? Куда они попадут на самом деле? Так, Атямба, сиди тут, нету. Да убери лапы свои.
А мне вот интересно, вот эти двое меня видят? Что за сердцебиение? Да... Второй-то меня не видит, и ладно. Я хотя бы одного сейчас по-быстрому уберу. Мне пендали еще сзади дали. Да ты что, я тебе и без стамины замашу. Да ты ногой еще дерется. На тебе. Ой, а там сверху. Ой-ой-ой. А, я понял, мне здесь надо было этот камень сердце разбить. Сюжетный предмет. Стоп, а дайте-ка я посмотрю, что у меня есть по... У меня есть шипастый молот. О, у меня есть башенный щит, но у меня не хватает силы. Щит командующего, башенный. Я бы его поставил. Тут у меня тяжелые, тяжелые. Средний. Средний доспех. Руны я не знаю, пока не буду их трогать. О, сундук. Доспех тяжелый, тяжелый. А ну-ка дайте-ка я посмотрю, что у меня тут из тяжелого. Башенный щит, я понял. Тяжелый грифон. Тяжелый. Средний. Тяжелый доспех. Что он мне даст? Стойкость 3, 14, 19. А, средний тяжелый. Ну-ка. Да, веса у меня хватает. Я, в принципе, могу его взять. Это отлично. Тут ничего. Тут у меня не хватает. Тут все, тут все. Ну, вроде как, да. Я все тут исследовал. Вроде бы здесь больше нет ничего. Ярость. Попробую того убить. Надеюсь, он там один. Заюзаем ярость и побежим. Ой, а их тут... Их тут целая тонна. Мне надо бежать. Я сейчас тут просто хватану. Кстати, меня двое попросту размотают. Так, осталось того. Жахнуть и все. Да хорош стрелять в меня. Я бы на самом деле выпил бы. Да хорош ты! Ну-ка давай, давай, давай. Ты что, огонь сейчас пускал? Да ну серьезно. Сейчас дам по нему на 76. Может быть что-то дособью. Ну-ка. Серьезно. У меня больше нету. Попросту нету у меня хилок. Мне надо убегать и сейчас взять хилок себе. Как-то меня огонь прям коцает вообще жестко. Где? Почему я не могу ману прокачать себе? Три банки всего. Стоп, а что я могу себе? Мне надо было силу, но пока мне не хватает, я все съел. Ладно. Попробуем тебя так взять. Ты же у нас не захилился. Давай. Да что за кривые такие баги? На тебе. Он меня опять поедает. Как ты меня достал. Все, помри. Зараза, а как он меня попросту выбесил. Здесь я двоих расшатал мне налево, направо, налево, наверное. Пойду схожу налево. Ага, здесь у меня камень. Осколок магический. Вроде всего здесь. Все собрал, пойду направо схожу. А почему мне только три склянки дали? Я бы хотел... О, сундук. Я бы хотел бы побольше взять. Силы мне надо 15, надо запомнить. Я же двуручный топор. Средний, средний.
Его ручный топор, это, наверное, хорошо. Сейчас мне вон туда, наверное, где огонь горит впереди. А, там этот... шляпа. А чё так мало? Ну-ка. Эх ты, раскрутился. Стоп, 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 дай я попью. Да жесть, ты мне всю стамину выносишь просто с двух ударов. Жесть, а теперь с одного удара всю стамину вынес. На! И кое-как я его одолел. Я красавчик. Нет, ну надо с ним как-то поаккуратнее. А это что такое? Слушайте, а мне еще надо назад бы сбегать, знаете зачем? Там был где-то проход у меня открывался, вроде как энергетический осколок я получил. Ну ладно, пойдем дальше по квесту. У меня побочных квестов еще куча не сделал. О, рычаг. Еще целую кучу не сделал побочных квестов. Таран, молитва. О! Да ты изичный. Так, кот. Меня тут кот своей головешкой замучил. Бегает что. Ух ты. А вот это, наверное, посильнее, да, будет? Или чего? Нет, по-моему, тоже. Ну-ка, дайте-ка мы молитву призовем. Эх ты машешь! Ты главное не меня бей! Да как я тебя в спину же бью? И как мне тебя убивать? Ой, сейчас он мне даст. Я ж... А, у меня... А, накрыл, блин. Двадцать девять всего урона, а дайте мне бы что-нибудь такое бы. Угу. Вот с такими вот долго дядьками сражаться, еще и стамину всю съедают. Получается нанести только три удара. Ну и то один сквозь защиту. Один прям... Ну 29 вот добить бы его. Ну-ка иди я тебе... Эх, он меня подловил. Нормальный ты. Вообще нормальный. А тут открыть не могу. Мне бы сохранялку бы, у меня одна эта осталась. Там что такое? Там скрижаль. Или мне направо? Тут что-то шум какой-то. Ух ты! Ого. Схожу-ка я направо. Какая-то кузница. Сундук. Сундук запер. Надо отпереть сундук. Так, а я так подозреваю, что здесь где-то должно быть сохранение. Это в любом случае, потому что вниз смогу. Ой, что-то мне страшно, я, наверное, умру. Не буду. А, сюжетный предмет, скрижаль. Так, а ты тут один? Здесь один босяр? А, ну я понял. А где твое сердце? Я слышу звук сердца. А, вон, вижу. Да ты заразище. Вот это мне шляпа. Перекат. Нет. Сохранение вижу. Бежим, сохраняемся.
я не могу. И этот за мной идет еще. Ё-моё, вы куда меня вообще завели? Я не сохраниться не смог ничего. Я сейчас умру просто. Стоп, стоп, стоп. Мне туда или куда мне вообще бежать? Я потерялся. Ой, нет, мне не сюда, это явно. Я не знаю, что мне делать. Я заблудился здесь. Так, ну они от меня отстали. Сейчас надо быть очень аккуратным. Я самоаккуратность, я понял. Ну-ка, давай с тобой теперь. Разрулим ситуэйшн. Так, хилка, хилка, немножко есть хилки. О, спина. Немного хилит меня молитва. Но этого немного недостаточно. Мне надо найти сохранялку. Вот она. Я вообще не понял, как я сюда прибежал. И надо зайти посмотреть. 2700 очков чуть не потерял. 15 силы мне необходимо, да? Ну вот, 15 силы есть. Теперь надо зайти в персонажа. Так темно, господи. Двуручный меч. О, башенный щит, стойкость 12. А что такое? Это меньше стойкости будет? Стойкость 8, я не пойму. Что значит стойкость 8 и 12? Я не могу понять этого. Стойкость физическая, стойкость 8. Вот что такое стойкость 8? Вот, защита блока магии 25%. Защита блока я 20%. О, требование к силе 15. Отлично, я его оставлю. Теперь я буду как этот. Не убью. Иди сюда. Давай теперь повоюем. Чего? Ты серьезно? Может быть, это пробивание щита стойкость? Да я кастану хоть что-нибудь. Что такой психованный? Психопат что ли? Да он у меня щит просто из рук, а он и так выбивал. Ну придется тратить в них и пульку. Больно. Минус я. Спасибо. Поиграл, блин. Что за стойкость? Стойкость это, наверное, чтобы у меня щит не выбивали, да? Где ты, мартышка? Ну нет, я блокирую, нормально. Здесь вообще бы на уворотах бы, спасибо. Ты просто лучший. Не, ну блокирует нормально это. А почему было до этого плохо все? Может быть из-за того, что у меня стойкости не хватало? Ой. Ну выбивает, конечно, вдруг, но не так сильно. Да ты вообще изичный, как я тебе в прошлый раз проиграл. Сюжетный предмет мне дали. Так. Сюда сходил, туда сходил. А откуда я вообще пришел вот сюда? Кто-нибудь мне подскажет, как я сюда-то попал? Я его откуда-то сверху. А! Стоп, я тебя вот здесь сверху видел. Это я вот здесь пробежал. Я понял. Просто так темно, жутковато.
Теперь мне вниз, там, а там дверь закрыта или там рычаг где-то есть? Вот, тут рычаг есть. Я так и знал, что здесь есть рычаг. Угу. Ух ты. Чё-то как-то я перехотел. Давай, иди сюда. И сейчас двуручником тебе попросту... Ничего себе, ты... Ты просто... Какие-то здесь жесткие враги, может быть, мне не стоит пока сюда идти? У меня, наверное, живучесть должна быть... На одном уровне, точнее, на весь экран, скорее всего. Живучесть должна... Сейчас я его... Да, он ядом бьет. Ух ты. Ух ты, пробивной какой. Не, он рили какой-то прям пробивной. Ну, будем его до того уносить. Скрижаль. О, могущественный Антанос, ты только что мне на глаза попался древний документ, в котором описывается, пожалуй, самое смелое из изобретений. Больше, чем любой из владык, нечетное число конечностей, обезображенная плоть, сросшееся воедино что-то. И что-то еще там говорится об иммунитете или способности к исцелению. Угу. Это я сюда за этим пришел. Это я вот сюда за этим пришел, да? Я тебя спрашиваю. Нет, не за этим, видимо. Видимо, еще одного паука убить. Я сюда пришел. О! Ты кого-то родил? Мне нужен пил. Да, он паучка родил. Этот гоблин паучка родил. Еще одного рожает. Но это вроде мелкий как. Но он тоже ядом бьет. А у меня от яда щит. Жесть, они какие-то стрёмные. Ну, страшные прям. Страшновато, больно с ним. Взять. Тяжелый нагрудник. Ну-ка, мне это уже интересно. Тяжелый доспех, а у меня 31. У-у-у. А у меня был 5, стойкость 7. Ну, стойкость же лучше. Вот тут 12, а тут 8 стойкость. Почему она выше? Я понять не могу. Ну, вес, да, стойкость тут 12, здесь 8. 100% защиты. Я, короче, понять не могу. В общем, все равно выберу стойкость, это не дверь. Здесь я со всеми разобрался. Здесь я вроде все взял. 6 банок у меня. 1400 опыта мне надо... А, ну мне сила-то не нужна, я могу, в принципе, магию прокачивать. А ты кто такой? Ты чё? Ты чё, дядя? Размахался тут. Я ж тебя вроде убивал до этого. Ладненько. Какой-то треск, шум. Здесь вроде больше нечего делать. Пойдемте сюда. Плюс 25 единиц опыта. Портал. О, шлем куда потерял? Гоблины какие-то что-то поджигают. А, это, наверное, какие-то монахи этих рогаров. Скорее всего, портал запускают. Было написано портал. Я в восторге, привет. Давай драться. Больно.
Тихо. Я так понимаю, ей надо по ногам бить. Да, наверное, по ногам. Дай-ка. Погоди, у меня стамины нету. Не, ну щит-то нормальный, я спору нету с этим. Просто у меня стамины нету. Она мне все стамину выбивает. А куда свет пропал? Ух ты, все, без стамины. Вот это она мне дала, конечно. Лазучик, он. Это лазучик, это он. Почему я тебя она назвал? Наверное, потому что ты она. На 7. На 7 не так уж и больно, просто неприятно. Да я по своей тактике старинной буду крутить его. Но только в какую сторону его лучше крутить, я не знаю. Мне надо еще не забывать стамину оставлять на Д. Потому что бьет она, пробивает, конечно. Точнее, он, лазучик. Три удара. Ну и все, у меня щита нет. Ой, хорошо, прям на последних. На последних щах. На ярость поменяю. Ты что такое? Хорош, ты че? Заканчивай тут свои шалости. Ярость, бьем. А что мне толку от этой ярости? Больно прилетел на 27. Я просто до того ладился под яростью. Или по ногам не надо бить, вроде как ХП нормально слетает. Ой-ой-ой. Да, я попью. Ну, стамина. Ой, хорошо. Хорошо, дефит. Не, вот этот щит вроде нормальный, я не знаю. А вот со стаминой у меня, конечно, выбивает. Таран возьму. А, да, можно сбить, смотрите. Блин, а сколько выносливости тут требуется. Для того, чтобы просто дефать. Неудивительно, что я... Что это за светлячки такие? Эх ты. Тихо, она меня отравила, что ли? А что происходит? Что происходит? Я понять не могу, надо убегать. Ай-ай. Ты че это? В активную фазу перешел, лазучик. Ну-ка, давай-ка. Два. Третий, ну по стандарту вроде. 41, да, я бью по нему. Надо броню с него снимать. Да все, уйди, у меня дефа нет. А, ну я с одной. А, я понял, вот этот свет... Или не свет, или что? Короче, у меня что-то ману ворует. У меня ману что-то ворует. Когда я нахожусь в каком-то свете. Надо ману копить. Ой, ману, надо физу копить. Ага, сейчас прям. Дефаемся. Главное дефаться. Да, пока я в этом свете нахожусь. Ох ты. У меня еще три банки есть, но она меня когда жалит, она... Да что ты будешь делать? Что творишь?
Дайте мне куда-нибудь из света уйти. Я могу от света уйти. Что она делает? Что он делает, этот лазутчик? Он что-то делает. А ну-ка. Главное подальше от его хвоста держаться. Да, пробивает просто. Ну тут мне хорошо хватило. Один удар, да? Дальше не задефал. Опять я на свет вышел. На тебе на 41. Больно? Ай-яй-яй. Ушел, ушел. Я красавчик. Не красавчик. Она чем-то кидается. Оно чем-то кидается. У меня здесь жизни отнимаются. Ща-ща. Я опять на этот свет попал. Да вот эти монахи у меня что ли отбирают? Я не хочу на свет идти. Меня всю ману уже утащили. Ах ты. Ах ты ж. Мышь. Побил немного, ладно, есть хилка. А что она делала? Точнее, что он делал, этот лазучик? Спасибо. Ты четкий парень. Все, у меня нечем дефаться. Я понял. Две плюхи я по-любому пропускаю, нет. Шилок сносит мне и все. Что ж ты такой достойчивый? Я-то уже раскусил, как тебя отбить. Мне по ноге тебе бы дать. Под хвост попадаю и все. Жалит меня. Еще одна банка, пол столба. На тебе. А ну-ка иди сюда. Иди сюда. Не, я могу ее здесь... А, нет, я не могу ее здесь разбирать. Она что-то делает. Мне надо молитву. Я не знаю, что она делает. Точнее, что он делает. Этот лазутчик. Это что сейчас было? Мне вообще молитву бы заюзать. О, все, я ошибку допустил. Мне не хватает. Ничего не хватает. Ну еще раз. То есть два удара я могу всего нанести. Я понял. Первая схватка была как-то. Как-то не айс. Теперь. А, опять ты. Но я всех-то убивать-то не буду. Взял мне шилд, сломал. Свои лапы. Да я сейчас все равно восстановлю эти ХП. Пойду восстановлю на всякий случай. У меня стоит молитва. Да, я думаю, что я буду с молитвой играть. У меня молитва стоит? Да, отлично, у меня стоит молитва. Я думаю, что я буду юзать молитву, потому как... А, он там... А, это... Ну-ка, давай, давай. Странно, первый раз я не попал. Вот опять мой косяк. Угу. Ну давай, молитва, где? О, она мне хоть капульки будет восстанавливать.
И я хоть могу подраться нормально. Ладно, ХП восстановил. Я немного тактику просто поменял. У меня пока выносливость полная, могу, в принципе, под шилдом бегать. Что ж такая нагастая? Хорош. Ой, замечательно. Минус броня. Ох, сейчас будет больно. Молитва. Пусть мне молитва восстанавливает цикульки пока. И это заодно. Лазутчик отвлекается. Оп, я ушел. Лунки, хватит. 41 я бью, значит, по голым ногам. Но по ногам тут неудобно, потому что по одной простой причине, иначе шилд не будет работать. Хотя можно его отключать. Вот сейчас. Потом его надо включать. Не, это неудобно. Я лучше чуть правее буду забегать. А, все, я понял, ты в новую фазу перешел. Ладненько. Хилку. Я себе... О, а почему по мне? Вот в этой вот штуке мне надо быстренько убегать. У меня тут хп отнимаются. Два раза я всего могу ударить. Главное не забывать. Раз. Два. Ой-ой-ой. Третий раз нажал. За что и поплатился. По сути. У меня больше нету, блин. Пол столба я лазучку снял. Раз. Два. Раз. Два. Так и будем делать. Раз, два. Раз, два. Не успел, надо выпить. Ха-ха-ха! А тут я успел задеться. Раз, два. Хвоста боюсь. Хвостом больно бьет. У меня стамины нет. По два удара я даю. Ой, она что-то задумала. А, опять свою балалайку кидает. Ладненько. Стамину копим. По два удара буду давать и отходить. И здесь по два удара. Ну, я вроде успеваю. Вот, сейчас я промахнулся. Ну, точнее, не то, что промахнулся, я просто пожадничал. Одного удара достаточно будет, я думаю. Да, музыка эпичная. Жесть, а ты здоровый такой. Ну такого меня маленького. Надо отходить куда-нибудь в сторону. Стамины нет, не рассчитал. У него уже третья фаза должна быть. Ты два раза не должен бить меня. Надо отходить и как-нибудь хилку выпить. Я вроде дефал. Ага. Сейчас прям. Стамины и так нет, я на шифте бегаю. Пожадничал, наверное. Нет? Нет. Оно что-то хочет сделать. Просто замес только что был. Выпьем на всякий случай. Что вот она делает?
Я не знаю, что она делала, точнее он. Почему я всегда хочу назвать она? Далеко не буду отходить, а то, как показала практика, она начинает прыгать. Или оно. Да сдохни ты уже. Раз, два. Ах, я поспешил. Есть! Наконец-таки! Лазутчик повержен! Не, ну это было жестко. Со второго раза я только убил этого лазутчика. Ого, у тебя лапы какие! А? Опять поглощение силы. А интересно, что она мне дает, эта сила? Хотя бы писали. Вижу, что татухи у него на лице загораются. А что именно дает? Вроде не пишут. Так, надо найти сохранялку. Лазутчика убили. Сюжетный предмет. Так, уничтожить врата владыки, ведущие в замку. Это мы сделали. Найти Антаноса и Касла в цитадели монастыря. Через катакомбы. А все, что ли? Давайте-ка найдем здесь сохранялку. Я не знаю вообще, куда мне идти. Вроде и тут есть какой-то выход, да? Это выход? Ну да, это тоже выход какой-то. О, я здесь еще могу куда-то сходить. Так, я туда пока не хочу, наверное. Ну сейчас сходим, посмотрим, что вот здесь вот у нас. Здесь тоже вроде где-то проход был. Вот, да? Я могу сюда выйти? Нет. Он не рабочий почему-то. А мне даже никаких не скрижали, ничего не дадут, ни плюш. Так, а это уже у нас стоп. Плюшку вижу, стоп. Крок. Фу-фу, блин, напугал. Круг, крок. Взять. Урос, глифа, золотая. Не понял, а где она? Мол, а, вот оно. Ой, ну это... Не-не-не. Или стоп, стоп. 26. Ох, она длинная. Лучше мясник оставлю. Так, вызовем молитву и поговорим с ней. Должно же оно? Ого, надо признать, это впечатляет. Годы тренировки. Ага, и разобраться с этим парнем для тебя пару пустяков. Я бы справился. Ага, и все трофеи достаются победителю. Возьму это в качестве сувенира. Что ты собираешься делать с каменными табличками? У тебя их и так слишком много. Давай помогу. Ну что я собираюсь делать? Ну на, держи, ты там вроде просил, вот держи. С тобой приятно иметь дело. Ну пока, и береги змей. Стоп, а мне что взамен? Осколки, осколки, да нафига мне эти осколки. Я хотел здесь проход и там еще один проход. Или он все-таки один этот проход? Здесь я не могу, там какой-то грох или кто там. Не знаю, я думаю, что там вражина какая-то жесткая. Да, мне только сюда, больше... Больше проходов я не вижу. Давайте пойдем сюда, мне бы установить ХП немножко, не тратя. При этом не затрачивая свои бутылки. Ну, хоть чуть-чуть я похилюсь. Хотя бы немного. Тоже неплохо. А то у меня всего две банки осталось. Все, хил закончен. Пойдем, Гром. А, ты круг. Круг не убивать, Рахак. Чего? Назови причину, почему я не должен тебя убивать. Хитро отблагодарить. Я, ты, Крек. Крек. Чего?
награда. Отблагодаришь? За что? Продолжай. Трек, Рурха, нести череп. Трек, человек, череп, Рахак, благодари. Язык сломай. Зачем тебе человеческие черепа? Делать зелье круг. Боль, урык больше нет. Крак, давать крак щит. Кракурм, заклинание на щит круг. А, это тот маг, который был, я понял. Будет сделано. Посмотрю, что можно сделать. Урык. А у меня есть вообще эти... Да тихо. Ну-ка, есть у меня? Крах нести череп? Да, сейчас я... У меня есть несколько при себе, держи. Урык, много череп, крах, нужно много. В общем, ладно, ты круг, крах, там, всё, где сохранял, скажи мне. А, портал еще с той стороны сработал. Я ж говорил, где-то там можно зайти в тот портал. Но мне нужно... Что это такое? Странная надпись на древнем языке. У меня были таблички, а я ей это отдал, да? Я слышу сердцебиение. Стой. Погоди. А где твое сердце? Я его сердце не вижу. Вот в чем... А, я понял. Они меня сейчас вдвоем просто здесь замокрут. Я слышу сердцебиение, но не вижу самого черепа. Ой, черепа, самого сердца. Где у тебя сердце здесь? Я его слышу, но не вижу, правда. Ты куда сердце свое заныкал? Вот и иди. Вот здесь где-то слышу. Ну ладненько. Ладненько, я так понял, мне надо, в общем, пойти и сохраниться вот здесь. Все, я понял. И потом, если что, в этот зайдем. Там где-то сохранялка. Просто я боюсь, что эти там двое меня убьют, да я еще и сердце его не нашел хилку. И заодно закину и в очки заклинаний. Так, я хочу себе силу побольше. Или выносливость. Наверное, силу побольше, и здесь прокачаю таран, сотрясатель. Найдем, который всегда готов сеять разрушение на поле брани, сокрушая врагов огромным молотом. Во, давайте возьму сотрясатель снов. А, отлично. Все, и давайте, пожалуй, на этом закончим. Убили мы лазутчика в этой серии, там дальше я хожу, что-то отхватываю. Надо немного передохнуть и... Уже завтра со свежими силами сесть записать новую серию. Ну да, бойня была не такая уж и сложная, если бы я не жадничал. Кстати, лазутчика бы с первого раза бы убил, но... На то он первый бой был на то, чтобы посмотреть, что к чему, как его бить. Что ж, на этом данное видео подошло к концу. С вами, как всегда, был Лузи. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!